Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как сажать плодовые деревья, либо другие, любые декоративные деревья в песчаной почве. Значит, у нас песчаная почва, где на штык у нас чуть-чуть темнее песок, а дальше идет сплошной белый песок. Итак, для заполнения ямы нам понадобится здоровый саженец, в данном случае персик, глина для создания замка в нижнем слое, для того, чтобы не уходила вода, а также удобрение передное, как органическое удобрение, минеральное удобрение, в данном случае нитрамофосфор, может быть, по желанию ваших удобрений, стакан, чернозем и две палки для того, чтобы в будущем подвязать потом наш саженец, лента, чтобы не впивалась. Значит, нам понадобится еще непосредственно хороший здоровый саженец. В данном случае это персик, которому 3 года. Он после 2-го года жизни был обрезан на уровне 70-80 сантиметров от места прививки и посажен в 15-литровый контейнер. Такие саженцы вы можете приобрести как у нас в Зеленом дворе в Нище Дубечне Киевской области, так и любых других торговых центрах, либо питомниках. Итак, первым слоем мы сыпем глину на дно ямы для создания, как мы уже говорили, замка. Глину нам требуется разровнять. Слой глины должен быть приблизительно сантиметров 10. Мы разровняли глину по площади ямы. И теперь мы засыпаем верхний слой песка темного, который мы откинули в сторону. В данном случае мы делаем это для того, чтобы сэкономить чернозем, которого у нас немного. Но если же у вас много чернозема, вы можете вывести и этот серый песок и засыпать это все черноземом. Мы просыпаем слой темного песка, периодически перемешивая его с компостом. Мы высыпаем мешок компоста. В данном случае это 3 20-литровых ведра, 60 литров компоста. Переслаиваем его еще раз темным песком и потом хорошо перемешаем лопатой. Мы хорошо перемешиваем наш компост с верхним слоем песка. А также, обратите внимание, бывают в компосте попадаются личинки хрущей, которые нужно обязательно выбрать, не стесняться и проверить, потому что потом этот хрущ может съесть нам весь наш сажень, всю корневую систему. Обратите на это внимание. Мы хорошо проливаем яму водой. Значит, у нас засыпали мы чернозем, у нас пошло 4 тачки черной земли. Хорошо проливаем воду. Итак, наша яма готова. Мы ее хорошо пролили водой. Выкопали ямку под размер нашего саженца. Посадили, не заглубляя прививку. Развернули ее на юг. И подвязали наше будущее дерево. Сажайте в благоприятную погоду, с хорошим настроением и больших вам урожаев.